Woodex 2021 met our expectations in Russia. Why are we here? We are here because we wanted to be visible. Visibility is very important for us, and I will tell you why. Next year, in quarter three, we are going to open second hot melt line in Tosno, in our production close to St. Petersburg. And it is important for us to meet new clients, to meet current clients, current distributors, and to discuss with them what is the future, how we are going to grow together. Фомбок, развивая продажи оборудования для производства мебели, так или иначе сотрудничает со многими игроками рынка, такие как производители инструмента, производители клеевых систем, материалов, ну, для той самой мебели. И компания Henkel является одним из наших давних и надежных партнеров. Доставляет удовольствие смотреть, насколько качественная компания предлагает качественный продукт на рынке, и, развивая свое присутствие, продвигает новые технологии. Мы, наряду с другими нашими партнерами, совместно проводим большую работу в нашем московском компетент-центре, где совместно со специалистами Henkel мы часто проводим тесты новых клеевых систем, каких-то новых продуктов. Приятно смотреть на обратную связь от заказчиков, когда они видят коллаборацию производителей качественного оборудования и качественных клеевых материалов. Henkel, несомненно, занимает лидирующее положение в своей отрасли, фактически во всех отраслях химической промышленности, в том числе и в мебельной индустрии. И те, кто идут в ногу с нами, наши партнеры, наши клиенты, дистрибьюторы, они всегда оказываются фактически на пике этого рынка. С недавних пор мы начали сотрудничество с компанией Henkel, которая нас поддерживает и обеспечивает клеевыми системами и клеями для различных направлений деревообработки. Основное направление, которое мы используем, это кромкооблицовочные станки. Наш акцент стоит на ненаполненных клеях и слабо наполненных клеях, чтобы в конечном продукте, который мы осуществляем, кромление, у нас был тонкий клеевой шов, и на любых материалах любого цвета ламината, чтобы этот шов был не виден, да, чтобы конечная термостойкость была повышенной, вот, и чтобы клиент был уверен в своем продукте, который он производит, чтобы минимизировать и просто исключить какие-либо рекламации. Поэтому мы сейчас выбрали Henkel. В нашем стенде представлены новинки в клеях для деревообрабатывающей промышленности. И здесь, наверное, впервые мы сможем полноценно всей команды продемонстрировать то, чего мы достигли к 2021 году. Клиентов много, клиенты действительно интересны со всей России. Woodex as itself showed very nice potential. A lot of clients wandering around and visiting the booth, having ability to see some new things. This is first time after 2 years, so we can go live with our clients, and this is what we recognize that is most important nowadays.